Русская капелька – это значит русская часовня. Вот мы поднимаемся наверх. У моей жены Светланы Владимировны был прадед, который в Первую мировую войну попал в плен. Вот. Но он чудом остался жив и здесь поженился. И у него здесь остались дети. Но потом он ехал в Россию, а семья его где-то здесь, где-то в каком-то из лагерей Австрии. Он, возможно, даже в этом,